Да, у нас проходил сбор с 17 по 31 мая. Ну, основная масса участников на этом турнире, они присутствовали на сборах. Это и Полина Михайлова, Яна Носкова, Мария Тайлакова, Элизабет Абрамян, Валерия Щербатых, Валерия Коцур, ну и Даша Чернова. Если кого-то пропустил, ну, скажем так, основная масса спортсменов участвовали на сборе. А какой результат в первую очередь ожидаете от своих спортсменов? Ну, как такового, конкретно от кого-то я результата не жду, потому что все-таки здесь, скажем так, все лучшие спортсмены на сегодняшний день. Поэтому, конечно, хотелось бы лично для меня увидеть хорошую игру, правильное исполнение тех заданий, которые мы делали на сборах, как мы готовились. А кто там уже победит, собственно говоря, меня устроит. Естественно, буду смотреть то, что они делают, как я уже говорил. Для меня важно исполнение тех элементов, которые они отрабатываются. Может быть, для кого-то там это что-то новое было на сборах. То есть я хочу увидеть это именно в игре, в матче, в стрессовой ситуации. То есть я больше обращаю вот на этом турнире, по крайней мере, вот на эти аспекты.